Всем привет! Как открываются меридианы срединные? Это можно сделать везде, даже в туалете поезда. Смотрите, я вам уже объясняла, в каждом меридиане есть точка-ключ, который открывает энергию. Мы начинаем с нее. В переднем срединном меридиане, это вот когда вы сгибаете мизинчик, вот эта складочка, вы берете и вот прям внутрь этой складочки массируете 1-2 минуты, как следует. На обеих руках, начиная слева. Потом берете свои ладошки, вот так вот их делаете. И начиная от лобка, как следует, снизу вверх, простукиваете передний срединный меридиан спереди. Что такое срединный меридиан? Это банк данных, в котором хранится энергия. Если нам чего-то не хватает, мы можем взять оттуда. Плюс есть точки, которые соединяют меридианы, которые вот этот срединный меридиан, он объединяет, например, меридиан печени, меридиан селезенки. Здесь проходит патологическая энергия. Поэтому вот каждую точечку, каждый цунь, как следует, то я делаю достаточно быстро, а вы делаете медленнее. Вот, до подбородка. Простучали, как следует, я сделала быстро. Потом открываем задний срединный меридиан. У нее тоже есть точка-ключ. Посмотрите, берем пальчики, большой сверху, а указательный указывает на точку. Это точка на меридиане легких. Видите, большой палец. Вот там, посмотрите, там вот будет у вас... Можно еще промассировать анатомическую табакерку. Вот это место массируем. И также открываем задний срединный меридиан. От копчика. До. Особенно уделяем внимание вот этому месту. Потому что здесь соединяются инские меридианы. На уровне 7-го шейного позвонка соединяются инские меридианы. Простукивать себя нужно сильно, не жалея. Вот здесь вот за ухом, прям ребром ладони, чтобы энергия прям пошла вниз. То есть вы должны почувствовать, что она опускается вниз. Чтобы простучали, что она ушла вниз, а не вверх. И также вы делаете по голове. До этой точки. И соединяете губами. Также сухожильный шлем можно подвигать. Так вот. Можно его посмещать. Это очень полезно для меридиана печени. Если кожа у вас не смещается в области головы, ее нужно прямо открывать. Ее нужно как следует, особенно в области затылка. Здесь кожа вот плохо движется у меня. Совсем гнев, гордыня меня одолевают. И мы прям отрываем эту кожу прям вот такими сильными движениями. Можем простучать лицо. Я потом расскажу, как его массировать при помощи рефлексотерапии. Всем хорошего дня. Начинайте день с зарядки.